Не забудьте подписаться на наш веселый канал, чтобы не пропустить все самое интересное. В этом мастер-классе мы будем делать объемную аппликацию с забавными пчелками. Для изготовления этой объемной поделки мы приготовили бумагу желтого, черного, белого, голубого и синего цвета, ножницы, черный фломастер, клеевой карандаш. Самих пчелок мы будем делать из желтой бумаги. Для них вырезаем пару полосок шириной 4 см, а длиной около 21 см. Далее берем клей, наносим его на край полоски, после чего формируем небольшое колечко с края полоски. Это будет голова будущей пчелки. Из черной бумаги вырезаем пару полосок и приклеиваем их на заготовку нашей пчелки. Усики также выполним из черной бумаги. Сначала вырезаем полоску, затем разрезаем ее пополам. Немного не доходим до края, после чего кончики подкручиваем. Приклеиваем получившиеся усики к передней части будущей пчелки. Черным фломастером нарисуем глазки и улыбающийся ротик. Для крылышек воспользуемся голубой бумагой. Складываем ее, а затем вырезаем заготовку, состоящую из пары крылышек. Приклеиваем эти голубые крылышки с краю нашей пчелки. Немного расправим крылышки. Аналогично делаем вторую пчелку для нашей аппликации. Теперь берем лист синей бумаги и приклеиваем на него наших пчелок. Из белой бумаги вырезаем облако и добавляем их на поделку, фиксируя клеем. Наша объемная аппликация пчелки в небе готова. Поделитесь мастер-классом в соцсетях. Посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И главное, большое вам спасибо за лайки. Всего доброго, все ссылки под видео.